Добрый день, меня зовут Марина, и вы на канале Нататки Экскурсовода. Еще зимой я записала видео о чайной плантации, что на Червоной горе возле Мукачева, и обещала сюда приехать. Я не планировала приехать так скоро, просто сегодня утром я пошла купить круассаны, опять же, к утреннему чаю, и встретила Максима Малыгина. И вот теперь мы на чайной плантации, о которой он вам с удовольствием все расскажет сам.